А у нас других учителей больше нет? Вон, все хорошо. С Довошарина давай заново. Боже, кто тебе дал летное удостоверение? Ты посадить сможешь? Твою мать! Если бы он баллон не скинул, была бы корзина труп. Он великолепный пилот. И я, наверное, плохой учитель. Ну что тебя там не устраивает? Сумма. Мне бы еще нельзя 2-3 часа, несмотря на то, что солнце светит. Через полчаса мэр будет, я ему полет обещал. Чемпион России, а девушка так на подхвате. А я думала, это нормально. Дура.